усвоение контента. Получается, что так, да. Каждый раз, как первый раз. Первый раз, как каждый раз. Как гудлику в глаз. Нахуя мне сум принимать? Я вот рядом стою. Все готовы, поехали. Я Алине рассказывал про пользу анального секса. Два. На пол уровня. Один. Зорки сорвешь сейчас. Карус сорвёт. Дайте сорву. 5, 4, 3, 2, 1. Поумерие дайте сорву тоже. Батер до этого что-то бегают, хуйней занимаются какой-то. Вообще, блядь, 2-3 просто жму. 5, 4, 3, 2, 1. Не бейте, а я просто точечно бейте. Так рядом нет никого. Вот теперь не бейте. Все, убрали, лужа подошла. Тут боссы для РДДА, не для милика. Второй. Хорош. Сотка. А есть скинуть? Где там 600 тысяч? На полу дайте. А, стопните уже. Все, стопайте ДПС. Еще 35 секунд дать. 4, 3, 2, не бейте. 1. Все, встаньте, РК. На милики хуярят дальше, похую всем. Да, автоатака, ничего страшного. Метка, АС. Буду, что автоатака не бьешь? Нет. Не знаю, я себя в таргет беру и все. Типа, бля, красивый, бля. Угу. Красава. Сразу не бейте. Через секунд 5 хотя бы. 5, 4, 3. Где лови? Убирается, готовьтесь. 1. Пока еще ничего не делайте. Кудлик одет, воскрешается. Дайте на пол. Милики, вам сказали, не бить. Бля, что вы делаете? Бля, первый раз, что ли? Нормально, все, умерли вагоны. Все, набрал? Да, все. Сейчас скинется темное сокрушение. Геру дашь потом. Давай, Гера. И отбегайте быстрее, только не так, как сейчас вы отбегаете. 4, 3, 2. Влево будем убегать. Можете уесть, Микки. Идеально. Идеально. Блять.
Вы в метку в воду встаньте, чего вы там разбежали, разбежались все? Что там в воду куча стоите, объясните мне. Встаньте ровно в метку в квадрат. Не, в квадрат встали, забили на лужу. Забили на лужу, в квадрат встали. Дорки сбросили. Сладкое, скинь. Я ничего не бросаю. Сбегите в мини-зону, значит, с боссом. Если вы не можете за грозой своим следить. Да там пизда. Вы угораете? Умираете. Умираете. Разница в огромной. У какого огромного умираете? Бегите в мини-зону. Следите. Вагоны, мы сейчас, блядь. Мы сейчас на бычку закрывать будем. Понял. Мне кажется, когда CLK выйдет, мы все равно будем вайпаться в инвентаре. Да в смысле вайпаться? Вы что, блядь, прикалываетесь? Там совсем что ли? Ну да, один. Блядь, можете, вы, блядь, я вам, сука, каждый РТ говорю, блядь, встаньте, сука, в метку, блядь. Какого хуя вы разбегаетесь вокруг нее, блядь? Че, блядь, хороводы вводите, блядь? Вам нахуя их ставят? Секси тролли, зачем сразу начал бить? Я же говорил, не бейте секунд 5-10. Я не сразу начал бить. Ты сказал не бить, я потупил, потупил, потом свичнулся. Откуда я знал, что там ни одного скилла не дали в этого моба? Вы можете чуть-чуть подойти, но стоять в одной точке. Типа, я не понимаю, зачем вы, блядь, вокруг нее становитесь. Полукругом, там, квадратом, кубом. Юж, блядь, не пойму, он что. Он что, не в гильдии у нас, что ли? Это, я так понял, девочка снег, это твин кого, наверное. Да-да, это твин, по-моему. Ему диван кинули, блядь. Я не знаю. Не, я йога, нахуй, все, я ебал такие, нахуй, похождения. Такие слабые, блядь. Да вообще не слабо, блядь. Люди, блядь, голову нахуй думать не могут, блядь. Смотреть рекаунт, это пиздец, блядь. Нахуй врываться, блядь, пиздец, показать свой ДПС, нахуй здесь не нужен, понимаете? Типа там, где нужно давать ДПС, вы что-то его не даете. Там, где его не нужно, блядь, вы врываетесь, блядь, просто пиздец, блядь. Клавиатура, блядь! Там, где надо давать ДПС, блядь, один хуй гудлик умирает, блядь, это игра. Так идеально, я не в гильдии же, как я тебе ему средства дам? Да, я же без гильдии, типа. Так киньте ему инвайт в гильдию. А у нас кто? У нас, по-моему, только этот может. Зоркий, да, здесь может сделать? Кексик, что скинуть? Зоркий? Йоша. А Йоша это кто? Девочка снег. Что? Снег? Девочка снег. Кексик, надо было масрез кинуть. Эй, малышка. А снег идет. Да, я тоже так думаю. Гудлик. Я. Yeah. Научи тёлок пикапить. Приезжай ко мне. Долбоёб, не меня пикапить, блядь, а тёлок. Так я тебя научу. Ну вот, блядь, научишь, где последний раз, блядь, мужик полтора года назад был, а бабы не было, блядь. Да, Войд, забей. Просто если сейчас еще раз вайпнемся, я ливну нахуй и больше никого льду эту не пойду. Если вы просто ответственно не можете подойти к этому, блядь, вайпаться, сука, на самом изевом боссе, блядь, в ульде. Легче, блядь, утюга, блядь. Следить за Войдом, блядь. Че, трудно? У вас лагает? Да, 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 да. Да, блядь, кнопки жмутся раз в 3 секунды. Это тебе нужно какого-нибудь провайдера поменять. Типа, если есть вариант раздать телефон, раздавать телефон, да. Может, ты надо быстрее, быстрее нажимать. Да? Поставьте шкаф. Плюсом у него узорковая Войда. Я подбегаю. Войд, ты думаешь, у них нет Омана, блядь? Они просто хуй. У меня показывает агро, но я нихуя с ним делать не могу. Ну так не бей, значит. Да, ДПСа хватит. Мы 30 секунд Зорки, стояли. Ты можешь поменять класс. О, я знаю, что я сделаю. Сейчас присмотримся. Фаер. Да, фаер, блядь. Не надо фаера. Там, блядь, будут
эти ходить. Байрон не, она будет. Не достанет. Че? Не надо, зачем? Да не чудите, ребят. Это так очевидно да, было. Да. Время только тянешь, зорки. Все, смойте. Все, зорки сейчас ворвется. 40% крита. Тут ж фаер, наверное, сильнее. Вот ну бой, ты бы лучше релил. Так у него микро сломалось. Он ментальный РЛ. Даже на Угаоном по факту не хочется идти с йогом. Почему? Ну, как Везекса убить не можете. Тебе время жалко? Причем тут время? Дайте рыбу, пожалуйста. Ну, успокоились. Бафы. Можно рыбу даже не ставить, потому что здесь более чего хватает. Да. Если вам, блядь, не будет хватать ренжи, я вам ставлю дополнительную метку, которая будет стоять ближе. Вот если что, вы в нее будете собираться, если вы не достаете до элементаля. Да, а, все есть. Но стоите в квадрате. Ромф вам просто резервный, если вы не достаете. Если не достаете, туда стакаетесь. 5, 4, 3, 2, так, а... 1. Блять. Че, пуля? Ну конечно, ДБМ был. Я не вижу, типа у меня просто старый. Никто не бейте, дайте на пулю. Все равно 30 секунд стоим потом. Лимерия. Поеблуша получит. 5, 4, 3. Алина, блять. Писикошка. С рейда выйди. Писикошка с рейда выйди. Писикошка назад. И кошка, блядь. Кару пизды скоро получит вместе с Алиной. Кару скидывай. 3, 2, 1. Можете просто стопать. Оставьте свои расколы на это, элементаля. Оптикс дотянешься до зорка? Да, я сейчас. Лужа больше, а, может еще покрыть. Сюда. А лучше уберите его с панели пока. Пять, четыре, три, два, один. Все, Мелики, стоп, на тело уезжай. К нам подойдет. А кто там стоит, Гугуша? Милики, обнули, убрали, убрали клиф свой, алло. Что делать, блядь? 5, 4, 3, 2, 1. Беги, малышка, беги! Секунду, правда. Ханда, тебя на хуй выгонят, нет? 4, я не вижу. 3, 2, 1. Сейчас собираться уже. Оставляю сейчас на пул на этот. На саранитого врага. Если ты ММ, через готовность ты должен будешь это сделать. Никто не бьет, только ДК бьет. Да, дайте... Просто босса тыкайте, босса основного тыкайте, пока ждите. Поставь его поближе, там, я не знаю, дотягивай. Бомба кинется после бомбы.
Нормально, вы про подойдете просто. Разбежались. Давай, заряжай, Гер. Поехали. 4, 3, 2, за беги, ну, если видите, что срывает, тебя остановили, блядь. Разбежались. Глуши, рано подходишь. Жди, когда упадет, а потом только подходи. А умири. А умири, стой. Угу. Добежались. Два, один. Да. Глуши убери. Кладка. Быстрее в кошку. 43. Третий босс. Все, может и ДПСить. Разбежались. Сейчас квадрат будет стакаться. Позор кому дайте стальву. Сейчас я дам через 5 секунд. Угу. Вром, встаньте. Че вы так близко? Бомба улетела, разбежались. Вром, стакнулись. Я в одну точку прям. Ламерия. Ламерия назад. Блинк. Молодец. Блять. Хорош, вы чё? Понабирали РДДшников по объявлению. Да. Я понял, я нахуй всё. Блять. Пять, четыре, три, два, один. Что сейчас случилось, блять? Ну, у нас РДД поумирали и кинулось в это, в миликов хуйня это. А из-за стака ухваншот. На РДД сейчас зайду на ханта. Хотя, блядь, такого ханта, блядь. На Лема сейчас зайду. Блядь, так лучше сзади на пулевый, блядь. Или тебе тринкнули? Ну, не, да не, у меня просто нет. У меня просто это... А, да я могу на Ругу зайти, на Ругу на пулевый. У меня лужа будет. Ну ладно, я сейчас на ханта зайду, похер. Вы мой воспитывайте. Белоруса можешь спекнуться? Это проще простого. Надо просто принести такие реагенты. Слышишь, у него 5 миллионов хп надо добивать, блядь. Он восстановится, когда поймешь. Сложный контент. Актуальный. А было, блядь, ушел с Ульдуара, блядь, и вернулся в Ульдуара. Это пиздец, я просто не понимаю, как вас, блядь, нахуй за ручку водить до сих пор нужно в него, это, блядь, пиздец, нахуй. Ну тут тактика, блядь. Да, блядь. Выйди в бок, зайди обратно, блядь. Не кажется справиться, блядь. Уходите, все, блядь, не хотят они уходить, вижу. Давайте сейчас Рогой зайду, кто там пулю. Да я все, я захожу на хата. ВММ возьму, спекнусь. Ну, Стефайри мана заканчивается, в Аркане не заканчивается. Еще на уголок, блядь, собирать. А нам сейчас нахуя биты вообще его нужно? У нас осколки. Ну, а ожог быстрее секунды не может кастоваться. Осколки нужно. Я тоже считаю, что можно, блядь. Роз сделай. А, пишет сколько, не знаю. Ну без всего у меня 1.13. А так или, наверное. Или будет зайди за своего паладина, забери. Вот, либо так это можно. Сумонти. На смысл. Пати, дайте сумонти. Пати и сумон. Надо сейчас, кстати, сейчас чекнуть, сколько ожог остается. Но бомба пиздец быстро тикает. Войт, у тебя на паладине. КД нет. Или Войт, или я позабираю. Локи у вас тоже быстро эти доты тикают на боссе? Или нет? Вот. Так зайди и с йога заберешь, или ты хочешь полностью свадьбу. Ну, как... А сегодня все уже, блядь, когда часы снимется.
Это да, это как бы. Зайди на пау, заберешь с йога. Ну хотя после этого, после везок собирать. Гильдии, пошли, блядь, в ультуар. Тимбилдинг. Мон, делай что? С Гудликом вместе побыть. Одна хера надо. Давайте я тоже на магазин. А кто, кто у нас тянул? Так а тебе-то нахуй на мага зачем? Ну а что? Если у нас сигарик тянул, смысл надо дать тебя, чтобы сидеть не собирать. На кого мы будем собирать куски? Я хуй знаю, да зачем нахуй мы собираем этот босс на волонтер, блядь, если ты хуй не хочет. Я все набить и забить. Ну идеально, может на шамана зайти и будем вторую собирать. Чё? А где человек, которому нужен волонер? Пригорел, проиграл, знаешь, такое правило есть? Бля, почему я не удивлен, что всем, кому волонер собирают, с ними что-то случается? Это проклятие волонера. Один идеально нормальный, выдержал бы. Идеальный красава. Идеальный заебал, пусть волонер на БГ снимает, бля. Тоже, кстати, верно. И на арене тоже. А что не так? Заебал. Так а смысл это до дальнейшего похода? Ну тогда Везекс убьем и все. Триню забираем и уходим. Все, ну, да. Да. Да йога тоже можно убить. Меч собираю. Я меч. Он... Меч нужен. Бафы дайте хотя бы кинуть, да? Сейчас таланты сменю, секунду. А очко таланта? Да, оно самое. Конеженки, блядь, я ластрай, блядь. Не закроем, я пошел. Да хули мне, блядь, здесь сидеть, если РЛа нет, блядь, какую-то хуйню вы делаете, блядь, отбежать не можете. Вы, блядь, я милик, нахуй, я стою, в пятку бью, мне... Да успокойся. Ну, блядь, ты не можешь агро свое сбросить, блядь, на первом трае тебе говорили, блядь, не бить, нахуй. Ты сагрил ебучего элементаля, и он отпиздил вас, блядь. Нет, милик хуёвый, блядь. Это не про меня. Алло, успокоились. ВЛС, решайте свои вопросы. РЧ на готовность. Да нехуй пиздеть, блядь, про неженку. Ну, оф, ну, лись, я говорю. Каску дайте, пожалуйста. Милик, блядь. Агула, блядь. Ребаф, раздайте по рейду. Каску дайте, Магру, пожалуйста. Да, сейчас я дам. И ДК. Ну, завтра ИВК закроем. Ты типа, блядь, зачем собираться? Одному волонер собираем, а тут хуйню творите. Какая разница, РЛ есть, нет? Значит, на готовность. Скажешь так, как полять, хорошо? Все, Ёж можешь запускать. Давай. Давайте, короче, РДшники две лужи ждать. Вот две, вторую кинет, тогда начнем бить. За Беларусь! Ну его нахуй, типа. Рокси сбивает. Давайте со второй начнем. Да я в РМС просто. Я позбиваю РМС. Слава Беларусь. Разбежались. Пять, четыре, три, два, один. Разбежались. Где гранчики назад? Разбежались, что стоите? Разбежались назад. Косты кикайте, вы что? Рокстрайт на косту. Кикнули каст, говорю. О, блядь, а гдба посмотри свой. Еще раз кикайте, когда так делаете. Когда у вас автокик срабатывает, да? Все, убили, блядь, уже лужу, добиваем босса и ро. Гений, блядь. Так вы уж, наверное, никто не наступил. А, дожались. Можете, блядь, ДПСить, нахуй, блядь, взрываться, блестить, блядь, геры сдавать. Можно уже прямо сейчас. Уже вы проебали, блядь, все. Только я лежим. А что, кто-то лужу разбил? Да, лужа уже лежит под мини-зоной. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это Алина с Войтфури, да-да-да. Ну, охуенно, блядь. Алина, бан.
Пизду, я буду ходатайствовать о том, чтобы, блядь, нахуй мы отменили, блядь, ТП за это говно, блядь, я после него ходить не хочу. Типа, зачем агитировать людей, нахуй, ходить в Ульдуар, а потом, блядь, какие-то проблемы, нахуй, возникают каждый КД. Если он не собирается, то с микрофоном какие-то травмы. Алина порешала. Разжались. Ну, вы, кстати, конечно, заменяете, но может стоит такие рейды 25-ки проходить с первого раза, а не расширять на 2 дня. Ну, я согласен, но тут даже не в этом дело. Так мы же шли за шмоткой на Бьорна. Беги, малышка, беги! Ну, Смерка выбежал, остались, куда вы разбежались? Вот теперь бомбы разошлись. Вы что, не можете вообще не видеть, что происходит в этой жизни? Типа, давайте тренируйтесь в дуале. Потом по горе пойдете, будете красоваться. Разбежались. Ну, по-моему, пуги не ходят в дуал. Да, может быть. 5, 4, 3. Разбежались. 2, 1. Набивайте пост. Зикошка, выпрыгни просто. Разбежались. Врал, глибовался в обычку. Скриншот тех, кто есть, я в церковь закину, там вам начислят. Заниматься будем. Все, всем спасибо, кто пришел. Большие молодцы, в кавычках. В смысле, блядь, в кавычках? А чё, все дальше не идем, что ли? Да, ро. Всем привет, всем пока.